Скажите, вы смогли бы прожить свою жизнь без пакетов? Нет, вы знаете, я бы не смогла, наверное. Вот именно я. Но это борщ, украинский борщ. В пакете? Да. Могли бы вы в чем-то другом переносить украинский борщ? Или пакета? Можно. А в чем? В рюкзаке. А скажите, а у вас есть дома пакет с пакетами? Нет, пакет с пакетами. У меня отдельно пакет. Отдельно пакеты, а пакет в пакете? Нет, пакет в пакете нет. Ну вообще, можно заменить полиэтиленовые пакеты на бумажные, либо на что-то подобное, но экологическое, чистое, потому что планету мы реально засоряем. У вас есть дома, честно признайтесь, пакет с пакетами? Ну, нету, много, ну, именно пакет с пакетами нет, но пакетики бывают, проскальзывают. Вы готовы представить свою жизнь без полиэтиленовых пакетов? Не, пока еще не совсем представляю. Пока не представляю, потому что, ну, а куда ложить тогда продукты? Какие-то альтернативные, вы осматриваете варианты? Ну, если будет бумага какая-то, если будут бумажные пакеты, то мы можем перейти. Но чтобы в супермаркетах были бумажные пакеты какие-то, то мы не против. Что? Такими полиэтиленовыми? С этими? Ну, такими. Лучше бы маски запретили носить. Да, в принципе, да. Чем бы заменили их? Ну, бумага, везде в Европе бумажные эти пакеты. Бумага, а целлофан что? Висит он на деревьях везде. Пора уже с ним заканчивать. Да, очень вредно, да. В Мариуполе нет. Жила во Львове, представляла. Это вот с Фокстрота вышла, они мне вручили пакет полиэтиленовый. А почему во Львове? Экологичнее относятся ко всему. Там шоперы. Я жила 6 лет во Львове, вот год назад вернулась сюда. И как бы там люди больше, как бы и поколение старше, взрослые, как бы все лучше к этому относятся. Чуть-чуть овощей, там, морковки, картошки. Все же в полиэтиленовый. Чем это заменить? А есть мешочки. Я заменяла мешочками такими специальными. Ну, их либо можно, не знаю, самому сшить, грубо говоря, но можно купить. Ну да, они не дешевые, но, блин, ты их один раз покупаешь, и потом, не знаю, можно использовать, мне кажется, год это минимум, они будут в хорошем состоянии. Готовы отказаться от полиэтиленовых пакетов? Готовы. Готовы. Не, мы готовы, знаете что, сортировать мусор. Вот я уже давно очень хотела бы вообще сортировать мусор, чтобы были разные мусорные баки. Ну да, уже появились такие пакеты, которые разлагаются. Хорошо бы, если бы заменили все эти пакеты. Пакет с пакетами есть, как у всех. Это, наверное, всегда у всех есть. Считаешь, хорошо вообще, что тебе сегодня вот мандаринки продали в этом полиэтиленовом пакете? Потому что пакет должен быть, если его выбросили туда люди, чтобы природа его переработала. Как ты думаешь, этот пакет переработается или будет валяться 500 тысяч лет? Нет, он не переработается. Да вы готовы отказаться от полиэтиленовых пакетов? Готова. Чем бы вы заменили бы их? Бумажными. Пробовали так уже? Ходили с бумажными пакетами? Да, Интертопа, да. Ну а вот, допустим, если еще какие-то варианты, кроме бумажного, что еще можно использовать? Авоськи, холщовые мешочки. Ой, не, лучше бумажные пакеты. У вас дома есть пакеты с пакетами? Нет, у меня есть ящик с пакетами. Как вы будете жить без таких пакетов? Ну, продумаю другие бумажные какие-нибудь. Готовы с бумажными ходить? Если рваться не будет, что, почему? А если многоразовые? Помните, авоськи такие были раньше, авоськи. А, ну, тоже нормально. Вы ходили? А, ну, не в карманы же ж носить. У вас дома есть пакет с пакетами? Нету. Нету? Нет. Храните пакеты в пакеты. А сразу мусором трамбуется и выкидывается.